Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Вот уже подходит к концу Петров пост. А знаете ли вы, что по-другому его еще называют апостольским? И как же нам в апостольский пост не вспомнить о святых апостолах? Как-то раз святые апостолы Петр и Иоанн Богослов пришли с проповедью в палестинский город Лидду. Люди там оказались добрыми, они охотно слушали слово Евангелия. Многие из них отвергли бездушных идолов и уверовали во Христа. Радовались апостолы, видя, что число их учеников день ото дня умножается. Но не себе приписывали успех проповеди, а молитвам Пресвятой Богородицы. Пречистая Дева жила тогда в Иерусалиме. День и ночь неустанно молилась она об учениках Господних, чтобы в деле апостольства быть им мужественными и ничего не бояться. В благодарность Божией Матери за молитвенную помощь решили апостолы создать в Лидде храм в ее пресвятое имя. В это время гонения на церковь немного поутихли. Сам римский император Тиверий запретил преследовать христиан. Как ни злились язычники, ничего поделать не могли. Храм был построен, а святые апостолы пошли в Иерусалим и обратились к Пресвятой Деве с необычной просьбой. «Приди, Матерь Господа нашего, — говорили они, — и своими стопами освети храм оный». «С радостью возвращайтесь в Лидду, — ответила им Пречистая, — я буду там с вами». Вернулись апостолы Петр и Иоанн в Лидду, вошли в церковь и изумились. На одном из каменных столпов внутри храма, словно чьей-то незримой рукой, был написан образ Пресвятой Богородицы. Светло сиял лик Пречистый, точно живой. Все верующие несказанно обрадовались такому знамению, а вскоре пришла в город и сама Дева Мария, благословила образ и произнесла знаменательные слова: «От сего моего образа да исходит благодать и сила». И действительно, благодатью и силой Божией храм в Лидде из века в век стоял непоколебимо. Много чудес совершилось от нерукотворного образа Пресвятой Девы, так что даже люди некрещенные приходили туда со своими нуждами. Но вот в середине IV века пришел к власти лютый гонитель церкви Юлиан Отступник. Приказал он по всей империи опять строить языческие капища. Храм в Лидде был для него словно бельмо на глазу. Видел он, что язычники толпятся в нем с утра до вечера. И, о ужас, молятся христианскому Богу. Решил он пойти на хитрость. Храма не разрушать, но стереть икону Пресвятой Богородицы со столпа. А затем на том же месте изобразить какую-нибудь из языческих богинь. Послал искусных каменотесов. Те энергично взялись за дело, но не тут-то было. Сколько ни старались они соскоблить образ Пречистый со столпа, все было тщетно. Икона уходила все глубже и глубже внутрь столпа. Промучившись не один день, они ушли ни с чем. А все верующие прославили Бога за это чудо. И еще почти 4 столетия храм Пресвятой Девы стоял нетронутым. Но вот в 8 веке воцарился на византийском престоле император-еретик. Приказал он уничтожать святые иконы. Цареградским патриархом в это время был святой Герман. Дивный светоч православной веры. О нем мы вам когда-нибудь обязательно расскажем. Призвал он к себе искусного живописца и попросил сделать список с нерукотворного образа Лидской Богоматери в утешение верующих царствующего града. Вскоре император отправил святого патриарха в ссылку,
Опасаясь, как бы список не попал в руки иконоборцев, праведный Герман после горячей молитвы опустил икону в воды Босфора. И, о чудо, понеслась она по волнам за три моря, а наутро прибыла в Рим. Римские папы тогда еще были православными. Явился ангел епископу Вечного Города и повелел с честью принять образ Божьей Матери. Папа собрал духовенство и вышел навстречу иконе к реке Тибр. Увидев ее, он простер к ней руки. Икона сама поднялась на воздух и опустилась на руки архипастыря. Внес он ее в алтарь главного римского собора. И больше 100 лет она пребывала там. От этого закрепилось за ней второе название – «Римская икона Пресвятой Богородицы». А что же было после этих 100 лет? Новое чудо. Византией тогда уже управляла благочестивая императрица Феодора. Иконоборцы развеялись, как дым, а в Риме жизнь текла своим чередом. Однажды папа совершал в соборе богослужение и вдруг увидел, что лидская икона поднялась высоко вверх. Медленно по воздуху двинулась она к выходу из церкви, направилась к Тибру и опять опустилась в морские волны. Путь ее теперь лежал назад, в Константинополь. Со слезами проводили икону римские граждане. А уж сколько радости было в Византии, когда прибыла она туда, и говорить не приходится. Этот образ стали почитать и на Руси. Завтра наша церковь прославит лидскую икону Богоматери вместе с иконой Тихвинской. Так что у нас будет двойной праздник. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь и Матерь Божья.